чего это там стоит такое? Чего? А как это возможно? Как это оказалось тут? Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня решил пасть на Теслу, на ангарщик, точнее на заводик. Там сны тоже щелики падали. Какой-то непонятно. А, он на крыше, что ли? Двойка на крыше, походу. Чё они на крыше делают? О, вроде не спрыгнул. Плюс скилл. Да блин, еще один килл не сделал, или сделаю. О, нормально. Плюс два кильщика на изи. Там еще бегит. Бегит, бежит. Мотопланер. Тут на мотопланер летает. Блин, я колесо пробил. Я надеюсь, что уеду обратно. Короче, он полутас сейчас фастом. Мне справа еще чел забежал в Теслу. Да, бегает здесь. У меня 11 патронов всего лишь. Там еще подходят щелики. Убил. Патронов мало. Эти дебейсеры. Это вообще бот. Надо отхилиться. А, вижу его. Стоит, стоит, стоит. Все, найс. У нас последний, так понимаю. Слушай, ну неплохо сюда упал на самом деле. Прям очень даже неплохо. А, дульный тормоз на ПП поставлю тоже. Подожди. Сюда вот ставься. Затестим дульный тормоз, как он вообще. Ну, по идее, должно быть нормально. На тест собирать потихонечку. У меня на гатке получаются челики. На мотопланерах летают. Не знаю, пойдут в мою сторону, нет? Не видно их. Ну, давай собирать Теслу тогда потихонечку. Еще сейчас Теслу делать. О, ТПМ-ка есть, найс. ТПМ-ку беру. Второй броник нужен. А хотя зачем мне второй броник? Там же в Тесле третий всегда спавнится, в принципе. Второй броник не нужен. Еще подходит? Вроде еще подходил, чел. Да, слева где-то топает. Так, еще один активировал. Где-то он стоит, АФКшит. За стеночкой. Да ё-моё, опять с ДБС-кой. Да вы издеваетесь, что ли? Это ДБС-еры, просто забей. Тяжело против них файтиться. Две тыки и тебя нет. Даже одна тыка и тебя нет. А вот что с гадкой, тоже непонятно. Подожди, а это кто стреляет? И в поле еще тоже стрельба где-то там. Странно, что они не подходят в сторону гадки. Очень странно. О, аптека есть, хорошо. Ладно, давай тогда сейчас Теслу запускаем. Мы уже потом будем разбираться с типчиками. Так, третью Теслу активировал. Все, ну и нормально, в принципе. Ну и хорошо. Кстати, а что делает этот дульный тормоз? Уменьшает горизонтальную и вертикальную отдачу. Понял. Так, чел подходит. Стоит опять за стеночкой. Что, мухаешку-то закинуть? Блин. И сзади ко мне подходит сейчас. Где-то ботинок.
Блин. Главное, что Теслу мою не забрал. Чел вот этот с гадки. А то я знаю таких. Я не забрал. Фига, он полетел просто. Но он нокнулся, опять же. С ДБС-кой был. Может быть, это его тиммейт сейчас придут тоже. Вроде никого не видно. Давай по гадке проедемся, посмотрим. Мне кажется, на гадке остались и щелы. Так, гадка, гадка, гадка. Да вроде никого нет. А, подожди. Чего это там стоит такое? Чего? А как это возможно? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Ты хоть раз в жизни такое видел? Хоть раз в жизни? Как это оказалось тут? Чего? Я, конечно, в шоке. Это очень странно. Это настолько странно, что я не знаю. Первый раз такое в жизни вижу. Так, ну у меня где-то здесь стрельба была, в этих кемпах, по-моему. Кстати, у меня щитка нет. Конечно, грустно, щит нужен какой-то. А, вот здесь щит стоит. А здесь были щелы где-то. Может быть, они в починках сейчас? Сейчас найдем. Я думаю, в починках щелы еще остались. Да, есть, есть, есть. Где-то передо мной здесь. О, давай на лифте поднимусь. Лифт сразу... А, блин, он уехал уже. Где-то здесь щел. Или где-то передо мной? Где-то передо мной. Нокнулся. Еще и красная зона тоже это. Все, красная зона прошла. Блин, у этого тоже щита нет. Щит нужен, а щита нигде нет. Не знаю, кстати, он часто спавнится на этих, на ангарах. Но вот раз его не было, странно очень. И у щелов тоже ни у кого не было этого щитка. Я думаю, в починках еще остались щелики. Но они либо сидят, либо еще что-то. А вообще, сейчас надо на школу ехать, я думаю, школу чекать. Желательно еще дроп какой-нибудь залутать. О, баги стоит. Сейчас баги заберу. Давай фулбенс сразу же. Ну, почти фулбенс. Давай школу посмотрим. Наверняка школа тоже челики есть. А, тут дроп, кстати, близко. Давай в сторону дропа. О, тут баги стоит еще-то. Справа стреляет. Либо бот, либо на бота обойти просто. Так, мне хочется дроп почекать. А здесь дроп не видно, видимо. Блин, в туалете сидит, что ли? Видимо, да, в туалете сидит. Но это чел, 100%. Там тоже тачка стоит. А, парашютист. Нормально он приземлился. Стоит, байтит. А, там еще челик лежит. Забрал. Главное, чтобы ко мне сейчас не приземлились эти парашютисты. Там еще один дроп падает. Чел с туалета напрягает меня, конечно. Ладно, поехали, залутаемся. Надо дроп утонуть. Тесла? Чего там Тесла летает? Взорвал. Я немножечко не дожал. Надо было тоже взрывать. Где он бегает по флопу, ну.
Блин, зажим не пошел. Но он лох хп, надо дожимать его. Прям на одну тыку. Немножечко не дожал. Вот непонятно, он там сольник? Пес, какой ты живущий, я в шоке. У него третья каска еще была. Ну-ка, щит у него есть, интересно? Да, щит есть, третья каска есть. Отлично. Надо отхилиться, срочно. И на дроп новый поедем тогда. Это, видимо, он дроп залутал как раз-таки. А, у меня жопки на М-ку нет, поэтому зажим не идет. Я думаю, что-то не то, чего-то не хватает. Дача? Дача куда-то заехала. Вроде в сторону общак заехала дача. Там дача опять летает. Вижу чел. Да что ж такое с зажимом-то? Не идет зажим, и все. Либо просто они фулты 3 все. По ним зажим тяжело проходит. Либо чё. Ну вроде он в соло. Ладно, поехали, короче, дроп искать. На дропчик залутать. Вообще бы мне еще новую рукоятку. Тоже было бы идеально. О, жопки на М-ку. Здесь тоже новой рукоятки нет. Ну и ладно, поехали тогда отсюда. И зачем я шестик таскаю с собой? Надо выкинуть его уже. Вот новая рукоятка, это просто, я не знаю, это здесь его валяется, не хочу. Просто фул имба. Мне кажется, в этом кемпе чела, потому что здесь УАЗик стоит. Он, правда, давно уже стоит. Опа, челики бегают. А. Там один АФКшу, либо он в траву лег. Не видно больше. А, он сейчас выбегать из дома будет. Все, минус 2. Ксюник играет. Приветствую, Ксюник. Видимо, то, что Тасу золото валит там, потому что М24-6Х. О, 8Х есть. Я, наверное, 8Х брать не буду. Ну, если что, если найду дроп какой-то с АВМом, то, наверное, вернусь, заберу 8Х. Еще буду знать, буду иметь в виду. Где-то здесь еще дроп падал, в стране ясный, по-моему, плюс-минус. Вот он дроп. А, дроп залутали уже. Дроп лутан. Блин. Там, возможно, авик был. Так, еще там у нас по зоне. Получается, Shelter Mansion. Куда-то туда надо ехать потихонечку. Блин, и трамваи тут катаются. Кстати, я так и не пострел общаги. Может быть, вообще как чел есть? Хотя там и зоны уже нет. Поехали просто дальше куда-то. Может быть, это здесь? Опа, по мне стреляют. Сзади. Только откуда, опять же, непонятно. А, вижу его. Опять зажим не пошел. Да ё-моё. Справа заехать. А, их двойка здесь. Да. Один справа, получается, другой. Опа, сейчас выйдет на меня. Есть ног. Другой в киткате, на втором этаже, по идее. Ну, странно, что он не выглядывает. Я точно видел второго чела, что заходил он. Ждет. Надо подъехать к нему. Че тянуть-то?
Вообще не выглядывает. А, вижу, на втором этаже бегает. Сейчас как-нибудь байтану его просто. Сам выскочит. Поешка на самом деле. Да где он там сидит, я не понимаю. Пипец, все хаешки на него потратил. О, дульный тормоз, найс, беру. Офигенная просто штучка. Сейчас нам позвонит зона шелтер. Надо как-то в шелтер ехать. Опа, чел здесь батит меня. А я лоу хпшный еще. Блин, щит. Ладно, хорошо, щит есть. В таких ситуациях. Не хаешь. Чего тут, смоки? А, тут че улички лежат? Все понял. Так, одного убил. Надо свалить отсюда. Плохое место. Блин, мне щит нужен. Щита нет. И отбустаться еще надо. И бензина на баге тоже мало. А, блин, я думал, чел. Короче, баги забираю и поехали отсюда. Этот где-то лежит здесь 100%. А, вот он. Колесо не пробей, колесо не пробей. Фух, колесо. Да блин. Все, убил его. Теперь мне нужно щит золота 100%. У меня есть щиток? Щит, 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 щит. Щита нет. Да, где-то здесь еще убивал. Вот он. Щит есть. Здесь тоже щита нет. Да ё-моё. Грустно, конечно. Блин, а куда заезжать? Тут такая зона просто. Давай на музей, наверное, заеду. Вот здесь нормально, в принципе. Никого вроде нет, да? Да, все спокойно. О, там щит как раз таки есть. Отлично, вовремя заехал. Нужное место. Все классно. Чего? Мотик. Мотик поехал в сторону дропа. Так, полицейский щит есть. Так, еще опять там по зоне. Зона шелтер. Надо горочку какую-то занимать, скорее всего. Надо как через лево, наверное, объехать. Потому что справа чел на мотике, а может быть даже и не один. Поэтому лучше всего где-то слева заехать. А, подожди, он, возможно, на дропе сейчас находится. Не, на дропе никого нет. На дропе все пусто. Ну, горочку надо занимать, других вариантов нет. О, справа файт, найс. Это очень хорошо. Я бы знаю, где последние челы остались. А, вижу, 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 перебегая челик. Вроде как лутайс стоит. Блин, он щит расставил. Видимо, спалил меня. Я думаю, можно на башню мага заехать и от нее красиво сыграть. А, он стоит, подожди. Прям перед мной фулл опани.
Есть, убил. Так, один на один остались, кстати. Он, скорее всего, от кого-то прятался, я так думаю. Ну, раз он сюда встал. Видимо, от кого-то прятался. А, вижу. Кого? Подожди, сейчас повтор смерти пострю. Не, ну чел красава, конечно, реально. Тут базара нет, нифига он затопал меня. Я только не понял, с чего. Давай посмотрим. А, с калаша. Калаш плюс 3х. Сейчас посмотрим. А, с 4х. Калаш 4х у него был. А, Бакан это вообще. Он с Бакана затапал. Вот как? Как он там смог попасть? То он тапами, что ли, меня убил? Или просто зажимом? Зажим странный, конечно. Так, итого, значит, 23 килла, 3300 дамаги. В принципе, неплохая каточка, на самом деле. Я предполагал, что вот этот чел, которого я убил, он прятался от кого-то. Поэтому я просто не мог щит поставить. Я думал, на крайний случай, если там по мне пойдет зажим, я сейчас просто поставлю щит и все. А я начал лутаться, и вот тут меня подвел как раз-таки. Там открылся список предметов. Я не мог нажать на щит просто, потому что список предметов был открыт. В любом случае, чувак с Абаканом красава. Нормально затапал по мне. Вот, и кстати, напиши в комментариях, видел ли ты хоть раз такое, что мотопланер в доме. Я первый раз такое вижу, я немножечко в шоке был, когда такое увидел. Не забудь поставить свой лайк, обязательно прожимай. Также, не забудь подписаться на канал, если ты еще не подписан. Прожимай обязательно колокольчик, чтобы приходили все уведомления о стримах, о роликах, поэтому прожимай. Все, в принципе, пиши любой свой комментарий, все комментарии прочитаю. Ну а тебе я желаю в первую очередь хорошего настроения, удачи и пока-пока.